Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Игорю Лукину позвонил бизнесмен Денис Голицын и попросил приехать к нему домой и установить скрытую камеру. Успокойтесь, расскажите мне, что произошло. Хорошо. Понимаете, дело касается моей невесты Ларисы. Я опасаюсь, что ее преследуют дружки ее бывшего мужа Ильи. Она не дает мне ездить с ней, постоянно смеется над моими страхами. А где Лариса сейчас? Она в риэлторском агентстве. Продает квартиру Ильи. Она сегодня в обед должна быть в банке, чтобы удостовериться, что, ну, деньги пришли на счет. То есть вы думаете, что по дороге могут похитить? Ну, или выпытать у нее пин-код карточки? Ну, да. Понимаете, я очень, очень люблю Ларису. Давно. Еще когда она жила с Ильей. Она и пришла ко мне тогда, когда Илья еще был жив. Иду! Да иду же! Ларочка? Что случилось? Он меня чуть не убил. Кто? Илья? Да. Я сбежала, в чем была. Он будет меня по подругам искать. Не идти больше некуда. Хорошо, оставайся. Что ты ему сделала? Предложила ему развестись. У него с бизнесом проблемы, понимаешь? Вот он и бесится. А я-то тут при чем? Я ему говорила, не занимай денег у бандитов. Есть банки. Ну, все, 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 все будет хорошо. Оставайся. Оставайся. Детектив Лукин установил скрытую камеру. Да присаживайся, присаживайся. Да. Скажите, чем Илья занимался? Ну, он частный предприниматель, как и я. Занимался продуктами, потом у него начались проблемы. Налоговые, бандиты. В общем, запутался человек. А как он умер? Его нашли в машине за городом. Обгоревший труп. Лариса его тогда опознала. То есть вы предполагаете, что это бандитские разборки? Я думаю, да. По официальной версии... Он не справился с управлением, в общем, крутой спуск, дождь, бешеная скорость, в общем, как жил, так и умер, царствие ему небесное. А почему вы думаете, что сейчас эти бандиты будут преследовать Ларису? Ну, у Ильи же были долги, а Лариса продала квартиру, ну, 7 миллионов, шутка ли? А она, понимаете, глупенькая, она думает, что я ее брошу из-за этих проблем. Я все понимаю. Хорошо, мы присмотрим за ней. Да, Игорь Петрович? А, сейчас. Так, в каком риэлторском агентстве она? Ага. Так, Маркова Лариса Васильевна. И что нам нужно делать? Ну, срисуйте аккуратненько. Посёдок кто-нибудь или нет? Ну, да-да-да, все как всегда. Угу. Понял, хорошо. Уже летим. Все, Кать, поскакали. Шеф сейчас пришлет фото. А это Лариса с Ильей, да? Да. Ну, он был водителем у бизнесмена Комова. Это еще когда они с Ларисой жили в Меркуринске. Ну, вы же сами понимаете, какие там бизнесмены. Бандюганы сплошные. Да и Комов этот был из авторитетов. Значит, Илья с Ларисой потом перебрались в наш город. А дети у них есть? Нет. Но мы с Ларисой собираемся завести ребенка, и ни одного. Ну, вы же понимаете, должно пройти какое-то время. Да-да, само собой, я понимаю. Помощники Федор и Катя вели наблюдение за Ларисой Марковой. После посещения риэлторской конторы она приехала в банк. За квартиру Ларисе перечислили на карточку. Хвоста за ней не было. Ну что, ведем ее до дома? Гони-ка. Фу,
Вот эта машина была у риэлторского агентства. Правда, что ли? Я сейчас номерок пробью. Игорь Лукин получил у знакомого сотрудника мобильной компании детализацию звонков Ларисы. А вот посмотрите, в последнее время Ларисе постоянно звонят вот с этого номера. Вот, обратите внимание. А номер зарегистрирован на старика, 83 лет. Получается, подставной номер? Причем, обратите внимание, он ей постоянно звонит, а не она ему. Получается, ей все-таки угрожали, но она не хотела мне говорить. Извините. Да, Федор, что там у тебя? Ладно. Так я на соседней улице, через 3 минуты буду. Сейчас. Денис, вы не волнуйтесь, вы идите домой, я потом вам перезвоню. Хорошо. Угу. А что голос такой нервный? Личность установили? Меркуринск? Так ведь Илья и Лариса тоже оттуда. Старые знакомые? Ну давай, наблюдай, сейчас подъеду. Федор сообщил Лукину, что за Ларисой следует некая машина. По номеру автомобиля Федор выяснил, что он принадлежит дважды судимому за убийство и грабеж Юрию Жарову, который прописан в Меркуринске. Ты? Слушай, что за манера вообще? Я тебе что, десятиклассница? Так со спины не отличишь. Тю, а ты что такая сердитая? Да, а? Бумажку одну не найду с телефонами. А телефон ерунда. Восстановить можно. Да, ну где ты? Я давно уже. Да, здесь. У банка, да. А ты чего приехал-то? За мной следишь, что ли? Конечно. Это вдруг переманит такую богатую вдовушку. На долги богатую. Между прочим, ты попытался Илюху-то разорить. Кто ему офис поджигал? Ничего не видел, ничего не знаю. Сегодня встретимся? А? Юра, ну ты же знаешь, сегодня никак. Денис дома готовит ужин. Он взял заведет какой-то комедии. С ума сойти. А завтра? А? Закатимся в сауну. Слушай, ну не зима, чтобы по саунам ездить. Давай уж лучше на солнышко. Могу шашлыки замутить. Вот как это ты? Мысль. Все. А по-настоящему поцеловать? Алло, Кать, давайте-ка разделимся. Я веду Юрия, а вы смотрите за Ларисой. Ага. Катя и Федор довели Ларису до дома. Юрок, я прикину наше время на завтра. Давай поедем на наше место часиков 11. На Олень источник. И что? На природе позажигаем. Комаров еще нет. Все, давай. Значит, на пикник собралась. Ага. Слушай, там Игорь Петрович в квартире у Дениса камеру поставил. Включи. Момент. Ну, слава богу, Лара, с тобой все в порядке? Конечно. Все хорошо, солнышко. А ты что такой напуганный? Да кошмар какой-то. Приснилось, будто ты меня бросила и целый день как на иголках. Да ну брось. Ну что ты говоришь? Скоро ты узнаешь, что сон мой просто сон. Ларочка, а может, перекусим сперва? Что? Да ничего, немного не по себе и разволновался. Сейчас я тебя накормлю, пойдем. Ну ты даешь. Пойдем, пойдем. Вовремя он про камеру вспомнил. А Лариса-то выглядит вполне искренне. Да вы, бабы, хитрый народ, больно. Как будто не она только что свидание какому-то Юрию назначила. К детективам обращается предприниматель Денис Голицын.
Денис боится, что его невесту Ларису преследуют бандиты, которые, возможно, убили ее мужа Илью Маркова за долги, но она несерьезно относится к его опасениям. Денис просит детективов проследить за своей невестой, чтобы с ней ничего не случилось. Лариса продает квартиру Ильи и переводит деньги на свой счет. Детективы выясняют, что Лариса изменяет Денису с неким Юрием Жаровым. Он был осужден за убийство и вышел совсем недавно. Юрий, как и Лариса и ее покойный муж Илья, родом из города Меркурьинска. А я уже заждалась. Думаю, где мой самый любимый квартирант? Я дико извиняюсь, попал в пробку. Да ладно, можешь не извиняться. У вас там кран сломался на кухне? Немного. Вот вам компенсация. Сынишкины леденцы. Молодец, уважает. Сантехника когда прислать? Да ваше дело. Я через неделю уезжаю, но совсем. Ба, что такое? Влюбился, женюсь. Я побежал. Я вам обязательно позвоню, когда буду уезжать. Хорошо? Ирочка, всего вам самого доброго. Приятно было иметь с вами дело. Денег почти за полный месяц отвалил. Обормот. Вы меня извините, пожалуйста. Я невольно стал свидетелем вашего разговора. Вы квартиру сдаете, да? Да. Слушай, какой мужчина. Умный, обеспеченный. Еще готовит, как шеф-повар. Ну, позвони ему прямо сейчас. Подними его самооценку. А то видишь, что-то у Ларисы аппетит пропал. А ты почему не ешь? Не нравится? Нравится. Просто я очень устала. Перенервничала сегодня. Кусок горла не лезет. Знаешь что? Давай расслабимся. Возьмем путевки куда-нибудь. Прямо завтра. Завтра? Ну? Занька, завтра мне в налоговую нужно. 10 утра на чатик заскачивать. А сегодня еще к подружке заехать. 6:00. А какой подружки? Ты не знаешь. Слушай, а ты не закинешь мои старые еще в благотворительный фонд, а? А то я им обещала. Ну, конечно. Так давай вместе. Ну, туда-сюда, но вместе. Денис, мы все везде успеем. Зачем терять время? А потом в твое агентство. Ты куда хочешь? В Таиланд или в Европу? Она крутит им, как хочет. Очень интересуюсь я двухкомнатными квартирами. У меня двушка, садовая 6. Мебель новая, санузел раздельный. А скажите, вы вот после предыдущего жильца будете там ремонт делать? А то это, наверное, знаете, там пьянки, гулянки, друзей водил. Ну, черт, что там творится. Юрочка, сама аккуратность. И платил всегда даже чуть больше, чем договаривались. Когда квартиру снимал, другого квартиранта перебил. Почти за 2 месяца отвалил сразу. Вот тебе да. Мало того, что святой, он еще и богат. Он что, миллионер, что ли? Да я не знаю, где он работает. Сейчас же вообще не разберешь. Я с ним 3 месяца проблем вообще не знала. 3 месяца, говорите? А вы не знаете, он сюда приезжал-то по делам или насовсем? Говорит, жениться собрался. Ну, а там кто знает? Я с ним 3 месяца хлопот вообще не знала. Да? Ну, и со мной знать не будете. Да. Очень надеюсь. Странно как-то. Лариса с Юрием договорилась ехать на пикник, а Денису сказала, что едет на часок в налоговую. Ну, знаешь, они же на природе с Юрием не весь день будут. Так, пожарят шашлычку, пообщаются. Часика через 4 вернутся обратно. Слушай, а если она с Юрием хочет сбежать? Угу. Ты еще шефу позвони, об этом скажи, чтобы он тебе выдал медаль за бурную фантазию в области дедукции. Ладно, поехали в офис. Поехали. Алло, Митрич. Лукин позвонил знакомому сотруднику полиции. Слушай, ты еще в кадрах работаешь? А у тебя нет какого-нибудь следователя знакомого из Меркурьинска? Ну так, чтобы опытный был, со стажем. Да кручу я одного. А за ним хвост длинный тянется, 7-летней давности из этого Меркурьинска. Ага.
Ну давай, хорошо. Хорошо, буду ждать, ага. Детективы собрались в офисе, чтобы обсудить новую информацию. С Ларисы глаз не спускать. Вы думаете, она действительно могла уехать с Юрием? Ну, смотрите, какая картина получается. У нас есть Юрий Жаров, который жил в Меркуринске. 8 лет назад он сел за убийство бизнесмена Комова. Вышел условно-досрочно. И был Илья, который работал у этого самого бизнесмена водителем. А Илья тоже жил в Меркуринске? Да, они с Ларисой приехали в наш город практически сразу после убийства Комова. Вот что получается. Юрий приезжает в наш город, снимает квартиру тихонечко, без посредников, у тетечки, которые все равно лишь бы платили, и ждет. А, я понял. Тут Илья вдруг погибает. Да не вдруг, Федя, не вдруг. Сначала ему кто-то поджигает офис, потом у него начались проблемы с бандитами, как Илья сам говорил. Может, с Юрием? Может. И тут Лариса решает уйти от Ильи к Денису. Ну что, детей у них нет, развели вы их быстро, практически заочно. А Илья вдруг решает в дождливый день сесть в машину и на скорости 100 км в час срывается с обрыва. Может, суицид? Ну, переживал, что жена ушла или бандиты достали. А если Юрий ему помог? Ведь Юрий к Ларисе неровно дышит. Или она решила, что после развода ей ничего не светит. А может, у них с Юрием был роман еще раньше, в Меркуринске? Но только Лариса ушла не к Юрию, а к Денису. Ну, а если это прикрытие? Лариса использует Дениса, чтобы отвести от себя подозрения. А Юрий постарался, сделал любимую женщину богатой вдовой. Ну что, версия интересная. Только нам нужно найти доказательства. Так что вы наблюдаете за Ларисой, а я скоро вернусь. Игорь Лукин встретился с Анатолием Лощенковым, бывшим следователем из Меркуринска. Спасибо. Расскажите мне, пожалуйста, про убийство Комова. Вы что-то слышали об этом деле? Да про это дело кто только не слышал. Мне самому пришлось его вести, мне его впихнули. Но, правда, потом отдали другому следователю. Да вы ешьте с дороги, вот грибочки здесь просто замечательные. А что, с этим делом были какие-то проблемы? Ну, какие проблемы? Комов, ну обыкновенный бандит, ну, правда, со связями. Кстати, это покушение на него было не первое, а третье за год, по-моему. А вы с Ильей разговаривали? Ну, с водителем Комова. Илья. Такой коренастый, слегка лысеющий, да, темноглазый. Похож. Припоминаю. Но Комова, его убили прямо в машине. А Илья, он пытался уйти от погони, был ранен, а Комова в машине прямо в лоб. Интересно, и кто же на него покушался? Правда, вкусно. Ешьте. Федор и Катя вернулись к дому Дениса. Ура, не опоздали. Вон ее машина. Прослушку сможешь ей подбросить, как думаешь? Я еще маячок прицеплю, ну, чтобы лишний раз на хвосте не сидеть. А вот ты меня заранее извини. За что? А вот за что. Козел! Я тебя ненавижу, понял? Убирайся отсюда! Убирайся, я тебе сказала! Так кто убил Комова? Да шпана какая-то, отморозки. Там фигурировал какой-то Юрий, фамилию не помню. И с ним еще двое было. Так вот этих двоих Комов из машины прямо на ходу положил. Интересно. Так может, Комова этой шпане заказали? Ну, может быть, и заказали, а может быть, это была их собственная инициатива. Ну, так сказать, художественная самодеятельность. Это в каком смысле? Ну, по оперативной информации, в тот день Комов перевозил крупную партию на речке. Лимонов 50, а то и больше. И деньги не нашли. Что случилось? Что случилось? Понимаете, мы с ним 3 года живем. 3 года! Я свадьбы хочу, понимаете? А он говорит, давай просто так поживем. Да не реви ты так. Катя подбросила радиомаячок. Нет, извините. Ладно. Как честный человек, я готов на тебе жениться. Ах, ты еще и подслушивал. Я заслушался. А ножичок не найдет? Да не должна.
Хороший вопрос. Деньги не нашли. Что же получается? Комова убили, деньги не нашли. Илья, водитель, все отрицает. И единственный оставшийся живых из нападавших – это Юрий Жаров. О, точно. Точно, Жаров. Его же и посадили за убийство Комова. Ну, кстати, по-моему, он должен скоро выйти. Вышел уже. И почти сразу после его освобождения Илья погиб. Так вот, этот Жаров стал подкатывать к жене Ильи, ну, то есть к вдове, к Ларисе. То есть он надеется, что у вдовушки остались деньги? И хочет получить их полюбовно. Интересное кино. Ну, не знаю, смог ли помочь. К детективам обращается предприниматель Денис Голицын, который просит присмотреть за его невестой Ларисой Марковой. Денис боится, что Ларису преследуют бандиты, которые убили ее покойного мужа Илью. Детективы выясняют, что за Ларисой ухаживает судимый за убийство и грабеж Юрий Жаров. Поговорив с бывшим следователем из Меркуринска, Лукин узнает, что Илья и Юрий были связаны 7 лет назад. Илья был водителем бизнесмена Комова, за убийство которого сидел Юрий. По одной из версий следствия, в день убийства у Комова при себе было более 50 миллионов наличными. И эти деньги, возможно, похитил Илья. Лариса съездила в спа-салон, сделала маникюр, педикюр, зашла к косметологу. Ну, вернулась обратно домой, ничего подозрительного. В общем, прослушку подбросили, до дома проводили, и сегодня она вряд ли куда-то выберется. Ну да, Денис за ней присмотрит. А вот завтра с утра Лариса собралась с Юрием ехать за город. Еще неизвестно, что там произойдет. Может, она в Юрия влюбилась? Решила уйти от Дениса? Или не хочет его злить? Может, решила, что лучше уступить такому отморозку, чем посылать его. Но это не самая лучшая стратегия. Или же Лариса готовит нам сюрприз. И Юрию будет очень и очень плохо. Почему вы так считаете? Ну, была версия, что Илья завладел деньгами своего бизнесмена, у которого он был водителем. Это 50 миллионов. Но я проверил, свой бизнес он ведет скромно. Ну, может, Лариса не знала ничего про такую крутую заначку? Во-во, а потом узнала, и муж погиб. И бандит зарится на эти деньги. Может, у Ларисы есть подельник? Ну, тайный. Вот именно, что тайный. Я проверил симку Ларисы. Там все чисто, она практически никому не звонит. Ладно, завтра будем смотреть в оба. На следующий день детективы установили наблюдение за Ларисой. Посмотрите-ка на нее. Самовлюбленность. Алло, Федор. Давайте там повнимательнее. Лариса выехала, а я Дениса жду. Ведем ее. Ну, началось. Денис, в машину садитесь. Так я на своей, а... Что случилось? Садитесь, я по дороге объясню. А сумку можете на заднее сиденье положить. А что это она остановилась? Ну, проверим. Федор увидел, что Лариса меняет сим-карту на телефоне. Привет. Ты уже на месте? Я тоже скоро буду. Ты не боишься? Хорошо. Но ты же знаешь, я трусиха. Я люблю тебя. Опять она сим-карту меняет. Она уже поговорила. Звонила явно не Юрию. Он ей сам звонит с левого номера на обычный телефон. Вот. Ну, значит, точно есть подельник. А вообще не скучно дамочка живет. Не успела мужа похоронить, уже два любовника вокруг нее вьются. А она с тайным поклонником по левой сим-карте беседует. И всех любит. Как в том анекдоте. Дорогая, сколько раз ты меня изменяла? Два раза. Один раз с симфоническим оркестром, второй раз с футбольным клубом. Вот-вот.
Надо шефу позвонить, отчитаться, что она звонила. Катя сообщила Лукину о звонке Ларисы. Я вас понял. Давайте за ними, только постарайтесь не засветиться. Я так понял, вы сейчас Ларисочку охраняете, а я вам зачем? Понимаете, Денис, мне кажется, ваша ненаглядная Лариса сегодня попытается скрыться. Как это? Ну, пока это только предположение, но скажите, Денис, а карточка с легальными деньгами от продажи квартиры у нее при себе? Ну да, мы с ней потом собирались в турбюро поехать. Не будет никакого турбюро. А будет женщина, пропавшая без вести, которую вы будете искать и безуспешно. Ну почему? Почему? Как? Вот так вот мы будем. К мясу взяла. Да ты чего, Лариса? Я же за рулем. Ну, когда мы еще отсюда поедем? Не скоро еще? Ведь баба шальная. Не хотел пить. Уговорила. Да, ну? Я такая. По второй. Слушай, Лариса, а может, мы его начисто эти шашлыки? Давай в гостиницу номера закатимся, а? Слушай, я девушка честная. Сначала накорми, а потом сказки рассказывай. Ох, глаза у тебя шальные. И что? Тебе мои глаза не нравятся? Почему? Нравится. Даже очень. Ой, что-то мне водка торкнула. Прям в теме. Тогда догоняй. Тут есть полянка. Мягкая такая. А? А, пиздуй. Игорь Петрович, Лариса побежала глубже в лес, Федя побежал за ней. У него маячок. Вы его видите? Да вижу, я вижу. Мы с Денисом туда же идем. Ага. Стойте. Там вроде фигура промелькнула знакомая. Денис, у вас как со зрением-то? Ну, -8, а что? Тогда просто молчите. Здесь и так все с ней ясно. Мы так не договариваем. Ну, я думала, ты спортивнее, выносливее. Ух. Ну, иди сюда. Глаза у тебя точно шальные. Я сразу понял, что у тебя черти сидят. И когда ты это понял? Да когда ты на меня запала. Другая бы сразу к ним там побежала. Что мне к ним бегать-то? Чего я у них не видела? Стоять! Беги! Да куда беги-то, дура, ты пердов навела? Так он что, живой, что ли? Вот тварь. Так вы с Илюхой меня завалить хотели, а? Успокойтесь, полиция уже есть. Не надо полицию! Я ей верил, я все для нее. Я вызову скорую. Нет, это ноги не идут. Тварь! Ну, с воскрешением вас, Илья Николаевич. Спасибо. Перестань гадать. Я всю вину на себя возьму. Ты просто молчи. Ты ничего не знала, поняла? Все равно сядете. А я маляву братве подкину, вас там встретят. А ты вообще молчи. Если бы не ты, я просто пропал без вести. Лариску бы с собой прямо забрал. Жили бы тихо да мирно. С ворованными денежками, с фальшивыми паспортами. Лучше скажи, кого тогда вместо себя в машину сунул? Ай, да нах, Кошу конченого, мужа моей секретарши. Он ее доставал, квартиру продать пытался. А у нее ребенку 10 лет, ДЦП, букет болячек. Идти некуда. Благодетель. Заткнись, мразь. Я не бандит, я не убийца. Я даже когда у Комова работал, водил и бандитом не был. Но ты пойми, этот просто шел за мной по пятам.
говорил, Лариску изувечит, грохнет. Ну и тогда... А почему же меня сразу не убрал? Да дружков твоих испугался. Они бы сразу на меня подумали бы. Я решил уйти красиво. Ну да, закруглил какие дела в ферме. Ну и Ларисе правду рассказал. Ларис, ну пойми, так надо. Мы будем вместе через 3, ну максимум через 4 месяца. Не могу, я боюсь. Ну? Да лучше я первая пропаду. Как будто меня бандит украли. Да нет, ну нам никто не поверит. Юрий все равно нас будет искать. Ему эти бабки покоя не дают. Так отдай их ему. Сколько там еще осталось? Да ничего я не собираюсь отдавать. Я не ради этого лоб под пули подставлял. Слушай меня. Давай скажем всем, что мы решили развестись. И ты пойдешь к Денису. Он ведь, Денису, все равно на тебя запал. Илья, ну не нравится он мне. А живой быть тебе нравится? Слушай, меня что тебе делать? Значит, ты утверждаешь, что ты не убийца, а? Это наркоман был конченый, семью доставал, мозги дырявые, вены гнилые. Его излечить было невозможно. А Юрий тоже мразь. И его по голове трубой закопать. А что, не мразь, что ли? Вершитель правосудия. Всех убил, да? Всех похоронил. И с Ларисой на Мальдивы, а? Мы вообще-то в Черногорию собирались. А чего? Суд решит, куда вам путевки выписать. Илья был осужден на 10 лет лишения свободы, Лариса на 6 лет. Юрий после случившегося запил и вскоре снова попал в тюрьму. Денис продал свой бизнес и уехал в другой город.